Самооборона. Можно очень долго заниматься боевыми искусствами и рассматривать боевые искусства как путь саморазвития и образ жизни. Много различных школ, спортивных единоборств, прикладных систем рукопашного боя. Но экстремальная ситуация, которая возникает с нами, как в условиях крупного мегаполиса, в техногенных условиях, один на один с природой и в зоне вооруженных конфликтов, требует специальных методов подготовки. В связи с этим мною разработаны специальные курсы ускоренного обучения. Начальный вводный курс 7 дней. Это специальные методики ускоренного обучения. Занятия проходят утром, днем, в обед и вечером. А также бывают ночные занятия. Это специальные методы обучения, направленные на запись информации напрямую в наше подсознание. Работа с образами и методы идеомоторной тренировки, или же метод глубокого погружения. Ближайший курс пройдет с 5 по 11 июля. Международные сборы по русскому боевому искусству, боевая система спецназ, военно-спортивно-учебный палаточный лагерь на берегу реки Тьмы. В ходе данного курса будут разбираться основные методы, связанные с выживанием один на один с природой в зоне вооруженных конфликтов, в условиях ограниченного пространства, городских условий, а также техники русского рукопашного боя, штыковой бой, ножевой бой на основе исторического фехтования и прикладные техники. Базовые занятия по самообороне проходят в группах. Начальный курс обучения в группе, базовый курс, это двухмесячный курс. Из расчета занятия 2 раза в неделю по 2 часа. В основе курса реальной активной самообороны положена специальная физическая, психологическая подготовка, а также техника, тактика и стратегия ведения боя. За основу берется техника работы с оружием, начальный курс травмат, обучение применению травматического оружия, техника ножевого боя, техника боя с предметами и подручными средствами, а также самооборона голыми руками. На основе самообороны голыми руками, на основе постановки нокаутирующего удара или же нанесения ударов по зонам и точкам активного поражения, то, что запрещено в спорте. Удары наносятся глаза, горло, пах. Приглашаю вас на курсы самообороны. Новые занятия в Москве будут проходить с 15 сентября. Рукопашный бой. Это направление для мужчин по принципу мужского бойцовского клуба или же уличная драка. Но техника адаптирована к бою голыми руками. Ставка ставится на ведение скоротечного боя на основе нокаутирующего удара.